Введение налоговых каникул, снижение административных барьеров и не только. Чтобы сделать деловой климат максимально комфортным для бизнеса, в регионе проводят недели предпринимательских инициатив. Последняя из них завершилась пару дней назад. Ее итоги обсудили на расширенной встрече с губернатором в формате прямой линии. Главное, за что ратовали предприниматели, так это за установление единого комплекса видов документов и разработку единых правил их создания и оформления. Или по-другому унификацию документов. Сейчас получается, что закон об учете, например, говорит, что индивидуальные предприниматели могут не вести бухгалтерский учет, ну и тем самым, ну скажем так, есть определенные уменьшения документооборота и по первичной документации. Но в то же самое время статистика, банки, фонды требуют те документы, которые им хочется. Ну и в результате у предпринимателя возникает проблема. Да? То есть одни говорят, не веди ничего, вторые говорят, дай, иначе мы тебе заблокируем счет, оштрафуем за непредставление документов. Поэтому инициатива именно по унификации документооборота, независимо от того, с каким законом мы работаем. Предприниматели выступили за сокращение сроков по выдаче разрешений на право перевозки пассажиров легковым такси, исполнению банками решений об отмене приостановления операций по счетам налогоплательщиков. Эти и другие инициативы, всего около сотни, были высказаны главе региона. Все вопросы, которые мы собрали в рамках недели предпринимательских инициатив регионального, муниципального уровня, они уже отработаны, и по ним даны достаточно понятные и жесткие поручения. Всего в ходе проведения региональных недель поступило почти 500 вопросов и предложений от предпринимательского сообщества Ульяновской области. Дарья Сударева, новости Ульяновской правды.